В эти дни мы стали свидетелями вот такой картины около рынка Куйлюк нашей столицы. Тоннель перекрыт по причине строительства наземного метро. Это стало причиной беспорядочного движения транспортных средств и пешеходов. Проблемная ситуация изучена ответственными лицами и, как видите, организована дорожка для пешеходов с бетонным ограждением. Но и на эту дорожку нашлись претенденты помимо пешеходов, что осложняет и без того нелегкую ситуацию. Кроме того, видно, что опрокинута бетонная плита и прилавком для торговцев служат металлические ограждения. А также, чтобы прекратить этот беспорядок на строительной площадке, хоть и подальше, но открыта обходная дорога для пешеходов. Но мы должны учесть, что предотвращение беспорядков в период временного строительства должно беспокоить не только ответственных лиц, но и каждого проходящего здесь гражданина.